Дорогие друзья, я очень рад тому, что мы так собрались, и что с такой заинтересованностью мы все к этому относимся. Вижу здесь очень много знакомых, дружеских лиц, и приятно, что они все просто пришли на сухую пообщаться с Департаментом информации и печати и с вашим покорным слугой. Я убежден, что в этом залог дальнейшего сотрудничества между дипломатами Российской Федерации и журналистским корпусом. Гарантирую, что мы будем всячески вас поддерживать, независимо от ваших пристрастий, симпатий, антипатий. Главное, чтобы мы все старались говорить на основе фактов, на основе тех критериев этических, моральных, которые существуют и в журналистике, и в дипломатии. Ну, наверное, у вас их чуть-чуть больше, чем у нас, но мы тоже стараемся, я вас уверяю. И желаю вам всем в наступающем году прежде всего здоровья, и уж как минимум, чтобы наша следующая встреча прошла обязательно в очном режиме. И если обстоятельства позволят, вот я вношу предложение, если позволят обстоятельства, не будем ждать до декабря, а как только они, обстоятельства позволят, давайте соберемся и наверстаем упущенное. Еще раз с праздником вас. Мария Владимировна, коллеги, ваше здоровье.